More like Casanova Hova, cause when I'm on the mic, dude, it's over. They say I'm off the chain, I'm more like off the meter, the leader. I get these girls wet like Aquafina. Друзья, всем привет! Сегодня мы сделаем обзор на этот SLR McLaren, который стоит позади нас. Слева от меня уважаемый Лосев Павел и Team 2D. Они из компании Prestige London Car, занимаются подбором элитных суперкаров. Приступим! Ну что, ребят, по экстерьеру что можете сказать? Вот что нравится, что не нравится? Давайте вот начнем с передней части. Мне кажется, что выглядит реально бомбически, и это очень круто, учитывая, что машина с 2003 года выпускается, да, и до сих пор выглядит весьма и весьма бомбово. Вот, ну, вот как вам? Для времени это, наверное, один из лучших автомобилей по внешнему дизайну. Ну, хотя да, сзади выглядит, конечно, спорно. Ну, не знаю, мне вот сзади очень нравится. Ты считаешь, что сзади уже все, он устарел, да? А мне это попка нравится. Чем-то смахивает. Ага. Что говоришь? Про попку? Да, про попку. Эта попка мне нравится. Кстати, у нас так получилось, что Лосев Павел, он еще певец, и периодически он будет петь песни во время обзора. Надеюсь, из-за этого не будет много дизлайков. Ну, можешь сейчас прям начать. Не, давай чуть попозже. Давай скажу то, что это автомобиль легенда. То, что давай, когда, давай. Когда едешь на нем, несмотря на то, что автомобиль 2004 года, когда едешь на нем сейчас, привлекаешь внимание прям в разы больше, нежели ты едешь действительно на яркой машине в пленке более современного дизайна. То есть на тебя наконец начали обращать внимание девушки, да? К сожалению, наконец. Наконец-то начали обращать внимание. Ну ясно. Паш, ну вот давай вот вернемся сейчас к тому, с чего мы начали. Это экстерьер, вот передняя часть. Вот как тебе его внешность спереди? Вот отойди немножко так. Слушай, вот посмотри, ну, в целом. Вот как тебе? Как по мне, это действительно прям, ну такой прям акула-хищник. То есть у меня есть одна ассоциация при решетке радиатора по этой побешеной, да, тоже с машины того времени, это BMW E34 такая была. Ну ты сравнил, конечно, с E34. Кстати, хорошо. У них даже капот одинаково открывается. Мы сейчас вставим в этот момент как раз вот фото с BMW E34, и все такие просто скажут, что, какое сходство, что за фейспалм. Что у всех свое мнение. Он не на акулу напоминает, он мне напоминает дельфина. Дельфина. Мы сейчас ставим дельфина тоже там, пару фоток хороших. Слушай, ну по мне он шикарный действительно. То есть вот это вот решение с табличкой номерного знака. Которой нет? А, мне понятно. Все, я понял. Он действительно, ну по мне это очень-очень крутой автомобиль легенды. Я вот этот автомобиль к Мерседесу вообще никак не отношу. Я отношу его исключительно к Макларену, это мое личное мнение. Ну потому что ты BMW любишь. Я люблю. Ты хейтер Мерседес. Уйди отсюда. Но вот мне что нравится в передней части, вот два основных момента, это очень длинный капот, такой стиль маслкаров, да, когда впереди тебя 2 метра жизни, здесь реально, по-моему, 2 метра. Кстати, несмотря на это, все очень хорошо видно, то есть габариты чувствуются. То есть нет проблем при перестроении, ну, на перекрестке? Нет, есть один большой минус, это мертвая зона именно в левое зеркало. То есть почему именно в левое, а не в правое? Левое зеркало маленькое, то есть если оно посмотреть... меньше, чем правое, что ли? Да? Нет, оно одинаковое, но если посмотреть, кадр сюда сдвинь чуть-чуть, брат. Ну я бы добавил, что это проблема для бугаев просто. Здесь вот есть маленькое зеркало. Подожди, у нас микрофоны здесь, Вася. Вот здесь вот есть маленькое стеклышко. Когда перестраиваешься направо, в это стеклышко все прекрасно видно, то есть голову поворачиваешь. А когда перестраиваешься налево, не видно абсолютно нифига, потому что здесь очень толстая стойка. Поэтому по зеркалам здесь ориентироваться достаточно тяжело. Они маленькие и не настолько конструктивные. То есть меня папа всю жизнь учил. Лево, право, середина. Середина, лево, право.
Но вот что вот мне нравится в передней части автомобиля, вот как я уже сказал, это двухметровый капот, да, то есть очень такой длинный нос, массивно круто выглядит, так копье видно. Очень еще нравятся вот эти, как это правильно назвать, воздухозаборники, да, смотрите, и на капоте, и сбоку, они такие... Авиационная стилистика. Да, кстати, да, такая у нас параллель с самолетами получается. На капоте они крупные, а сбоку так вообще прям, ну, просто вообще, ну, очень так масштабно, и здорово, что они не побоялись этого сделать, потому что в плане дизайнерского решения, особенно для начала нулевых, мне кажется, это очень дерзкий вот такой стиль был. А, ну и по выхлопу, а ты сам его отметь. Выхлоп можно отметить только на... Окей, Паша продолжит попозже. Да, выхлоп здесь можно, тоже. Можно только на ходу отметить. На холостом ходу он не звучит абсолютно. То есть, в отличие от гелика, да, хотя здесь тоже 5,5 компрессор, гелик на холостом ходу, вот этот старый V8, он замечательно рычал, урчал. Здесь нет такого. Здесь... Может быть, это связано с тем, что это гелик? Турба короче. То есть размер имеет значение? Получается, что да. Размер имеет Чем значение. Короче, тем тише. Нормальная труба, нормальные звуки, да? Как вам дизайн колесных дисков? Вот у нас есть эксперт по репликам. Если брать общую стилистику автомобиля, как авиационную, то, конечно, можно сказать, что они подходят данному автомобилю. Но в серии 722 диски были другие. И я считаю, что они лучше подходили бы к всей серии SLR. По дверям, вот как вам вообще их дизайн и насколько вообще удобно садиться? Дайте-ка я попробую вот так присесть. По-моему, садиться удобно, вылезать экстремально тяжело, да? Нет. Братан, помоги. Паша, а покажи, как ты научился это делать. Я хорошо научился это делать, то есть... Так. Оп, и все. А вылезти? Ну, а вылезти я жопой сажусь сюда. Ага. Ноги подлиннее. Слушай, но это выглядит вылезает немножко хорошо. Смешно, когда приходится жопу пересадить на другой элемент. Ну, а зато он велюровый, красивый. Тим, я рад, что ты закончил бизнес-переговоры. Давайте вот вернемся сюда и решим, значит, финально, что вы думаете про дизайн этих дверей, про вот такую вот систему открывания. Круто, не круто? Я считаю, то, что это и круто, и это, кстати, удобно на парковке. То есть, несмотря на то, что размах дверей достаточно большой, то есть посмотреть, что они идут вот по такому радиусу. Ага. Но в любом случае, когда ты на тесной парковке открываешь дверь, для того, чтобы с комфортом и вылезти, и залезть, нужно. Это все равно будет намного шире. Поэтому, в принципе, вылезать и залезать на парковке с тесным пространством намного удобнее, чем с обычными дверьми. Давайте перемещаться тогда к задней части, но перед этим я бы хотел узнать, пока еще сам я не прокатился, интересно узнать ваше мнение по тормозам. Здесь у нас карбонокерамика, да. 6 поршней, да? 6 да. Поршней. А хватает ли их, что скажете? Я думаю, наверное, хватает. По-любому этот момент продумал. Все-таки McLaren, SLR. Самое первое, на чем... Вот, в принципе, вот это твой самый удачный ракурс будет. В общем, самое вот первое... Почему ты сейчас обнял его? Я не обнял, его жопой повернул. Он, блин, стоит просто спиной к камере. Ну что, блин, я решил сакцентировать внимание. Спой, давай! Море вернулось поваром чаек, песней прибуя, рассвет пробудив. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь привод. Подожди, тормоза действительно хорошие, тормоза офигенные. То есть первое, на что нужно обращать внимание... Ты меня уничтожил своим пением, я уже теряюсь. В общем, первое, на что нужно обращать внимание абсолютно у любой машины, это тормоза. То есть, да, есть специфика прогревания карбон-керамических тормозов, но она всем известна. Смотри, вот опять вот он стал жопой к камере. Он боком, дрифтер, он боком стал, отстань от человека. Ну, в общем, тормоза действительно хорошие. И ESP хорошо машину стабилизирует. Несмотря на то, что машине 12 лет, системы все-таки электронные тогда уже были задействованы в полном объеме. Агрессивно она врывается или плавно? Да, агрессивно. Агрессивно, да? Да, да. Но это все-таки вот из-за возраста ESP, потому что современные ESP, если ты заметил, они прям, знаешь, настолько они плавно входят в работу. А я думал, машина агрессивно врывается. Не, ESP по кайфу, брат. А машина дерзкая. Над землей летели лебеди, солнечный в нем. И тут Тимур такой.
Мы это уже ставим. Мы это уже ставим. А что значит... Подожди. Хорошо, давай заново. Я надеюсь, Тим согласен. Он сделает курык-курык. Я до конца не понял, что это. Хочу это увидеть. Начинай. Мы перешли. Ребят, переходим к обзору задней части автомобиля. Я точно не буду. А что такое курлык-курлык? Ну, блин, ну, птички прилетят. Дядь, даже без твоего наркоманского монтажа этот выпуск будет наркоманский. Так что если ты добавишь еще наркоманского монтажа, это будет вообще пи***. Друзья, позвольте сделать небольшую, но крутую рекламную паузу. При поддержке известного Масла Костров были сделаны два очень крутых ролика с настоящими гиперкарами. В одном видео вы увидите 800-сильный Aston Martin Vulcan, а в другом еще более мощный Koenigsegg One. И известные пилоты на этих болидах, заправленных маслом Edge Titanium 10V60, попробуют побить свои виртуальные рекорды на одной гоночной трассе. Полная версия роликов ждет вас на официальном сайте Castrol, ссылка в описании видео. Ну а сейчас давайте продолжим смотреть наш обзор. Друзья, мы сейчас перешли к обзору задней части автомобиля, и так как на заднем фоне сейчас еще и закат, то Лосев Павел... Подожди, туча сейчас. Лосев... Сейчас, подожди ты, блин, не торопи события. Видишь, туча уйдет, сделаем все красиво, и курлык-курлык будет. И хорошо, все. Хорошо. Паш, что ты скажешь по задней части автомобиля? Что тебе нравится, не нравится? Ай, давай. Знаешь, мне вот здесь нравится именно плавность форм, изгибы. Такая, знаешь, как... Ну, вот, я не знаю, может быть, конечно... Вот... Ну, это яичко. Ну, уж, знаешь, как... Не, отчасти я с тобой согласен. За счет вот этих элементов, на полном... На полном за счет серьезе. Вот знаешь, как на Пасху получается, бьются яйца. Яичко, яичко курицы. Ну, конечно, яичко не твое. Вот, это получается, что, блин. Такое, знаешь, такое мохнатенькое.
Значит, у тебя задняя часть автомобиля у единственного человека, значит, на земле, у тебя ассоциация с яйцом, да? С куриным яйцом, да. Хорошо, почему? Обоснуй. Потому что у него есть плавность форм, потому что идет вот такой общий изгиб, то есть за счет диффузора, вот, да, вот да, за счет диффузора идет и снизу изгиб, и сверху. Единственная вещь, которая здесь в свое время при торможении отделяет его от яйца, это сейчас покажу, снимай. Ну-ка. О! Воздушный тормоз. Ага. Так, он нервно немножко открывался, закрывался, но открылся и закрылся в итоге. Да, и смотрится, кстати, очень круто, когда ты оттормаживаешься. Парашютик такой сзади. Да, 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 да. Прям хоп, и в зеркало заднего вида ничего не видно. Просто хоп, поднялся. О, наш этот момент. Над землей летели лебеди солнечным днем. Крык, крык, крык. Тебя не смущает то, что сзади выхлопа нет? Почему ты сейчас налево посмотрел? Тебе с нами не интересно? Нет, я просто свою челку мощную поправляю без рук. Видишь, вот так, хоп. Что ж ты можешь сказать насчет того, что... Да жопа, вообще бомба, отвечаю, брат. Ну, прям вот очень крутая. Ну и что, что нет выхлопа? Ну, он есть сбоку, но это стилистически просто нереальная штука. И вообще все в нем круто. И сзади, и сбоку, и спереди, и сверху, и снизу не смотрел. Пользователи интересуются, какие минусы у машины, какие минусы. Вот в целом, не говоря только про экстерьер, вот в целом какие-нибудь минусы вы успели прочувствовать? Что-то, что вам не понравилось или напрягло, где-то что-то как-то неудобно или едет слишком быстро? Ну, для меня лично, да, как для любителя нововведений, ноу-хау, есть единственный минус – это отсутствие каких-то новшеств по интерьеру. Все объясняет то, что машине уже 12 лет. Вернемся к минусам. Ты, значит, сказал, что для себя минус – это то, что слишком сделано винтажно. Так, все качественно, просто бомба. Сидишь я и про минусы спрашиваю. Минусов нет, все хорошо здесь. Минусов ты не заметил для себя, да? Нет, нет. Тим? Нет, мне все понравилось. Ну, на самом деле минусы есть. То есть его он куплен Маклареном, да? Я думаю, да. Угу. Подкупили. Ой, все. Вася. Не будем рассматривать салон, так как он, в принципе, логически устарел уже. Ну да, да, да. Его несправедливо будет как бы оценивать по нынешним меркам. Сделан качественно. Внутренняя эргономика, ну, я бы сказал, что не является уже идеалом. И для моего роста первый минус – это то, что по зеркалам я ориентируюсь нормально, так, но передняя стойка мешает мне видеть левую часть переда автомобиля. Угу. То есть, ну, достаточно тяжело ездить на нем. Угу. То есть в поворотах бывает сложновато, да? Опасность присутствует, да, надо быть внимательнее. Большое мертвое. Именно левая стойка, да? Да. Не правая. Угу. Друзья, мы продолжаем наш обзорчик, и сейчас мы насладимся видом подкапотного пространства. Но все не так просто, потому что очень круто выглядит сам процесс открывания подкапотного пространства. Паша, давай покажи нам, пожалуйста, как это у нас выглядит. Это прям целая процедура открыть капот на SLR McLaren. Здесь есть два рычажка. Два рычажка, ты за них тянешь, и он открывается на себя и наверх. Чувствуешь ли ты себя от этого круче? Нет, абсолютно. Ну, вот она, дьявольская подкапотка. Здесь у нас V8, 5,5 литра, компрессор 626 сил, 780 ньютона-метров крутящего, почти 800 момента, это в начале нулевых. Значит, пятиступенчатая коробка передач автоматическая, до сотни эта машина едет с таким вот комплектом за 3,8 секунды. Опять-таки, возвращаясь к началу нулевых, тогда это, наверное, вообще прям нереальные были цифры. Ребят, вот что вы можете сказать про подкапотку? Мне кажется, за счет того, что сделали вот этот огромный по размерам впуск, то от этого выглядит подкапотка вообще просто нереально. И в первую секунду, когда ее видишь, кажется, что это мотор вот такой вот в длину 1,5 метра. Так, что ты разговорился? Я думаю, самое время для небольшой музыкальной паузы от Лосева Павела. Ну не сейчас, Алан, ну я, подожди, должно же это идти от души, от сердца. Пожалуйста, выйдите из кадра. Давай, давай.
Мне приходят игривые смс-ки, и ночная столица уже не манит. Разобрали всех девок в городе, не с кем даже посидеть, покальянить. Я не бритый подряд уже 3 дня, омерзителен себе я и фас, и в профиль. Разобрали всех девок в городе, не с кем просто пойти выпить кофе, не с кем посорить деньгами, не с кем в ЦУМ за сапогами, не с кем даже в кино на последний ряд. Девки в городе кончились, говорят, не с кем посидеть да выпить, не с кем посетить Египет. Хоть ступай да вешайся на проводе. Разобрали всех девок в городе, разобрали всех девок в городе. В городе кончились девки. Разобрали всех девок в городе. В городе кончились девки. Стой. Пассажирское кресло, неделю пусто. Я скучаю один в транспортном потоке. Разобрали всех девок в городе. Не с кем песни орать в караоке. Деградация личности налицо. Кстати, это будет самая, наверное, честная фраза. А что ты можешь спеть про Тима? Ладно, все, надо останавливаться. Парни, и теперь давайте поговорим про интерьер. Что можете про него сказать? Давай начнем с твоего мнения, Паш. Ты у нас такой, типа, лидер вашей двойки, да? Не, ты всегда не, первый правда, рвешься сказать. А вот правда. Поэтому сейчас давай мы лучше Тима послушаем. Давай начнем с тебя, поэтому лучше послушаем Тима. Ну, я просто еще... Да. Что-то вы сложное придумали. Тим, как тебе интерьер? Удивительно, как они сделали запуск двигателя. То есть, не поверишь, он запускается с кнопки на коробке передач. Я это сейчас увидел, когда перепарковывался. Это вызвало мне дикий восторг, потому это что, во-первых, это ассоциация, знаешь, ассоциация с компьютерными играми с детством, да, когда ты из джойстика, да, стрелял. Да. Это просто нереально круто. Ты сразу попадаешь в какую-то игру. Это психологический момент. Потом, в принципе, я не люблю старые интерьеры Мерседесов, но здесь он сделан на очень высоком уровне. Руль, приборка, сиденье. Ты имеешь в виду как сборку, так и реализацию, да? Да, да. Ты вот говорил, что проблема с тем, чтобы положить куда-то какие-то вещи, и ты нашел какое-то решение. Да, единственная проблема этого автомобиля для меня внутри, то, что некуда положить не то, что сумку, некуда с собой положить... Себя некуда положить. Нет, себя есть куда деть, прекрасно. Некуда положить элементарно кошелек. Вот, я лично не люблю, когда в карманах все напихано, то есть там ключи там от квартиры, кошелек и разные другие вещи, которые можно взять с собой. Вот, и я нашел только единственное место, это под сиденьем, где ниша, куда ставишь ногу, есть углубление. Вот в этом углублении идеально все ложится. Я Тима, съемочный день окончен, давайте поаплодируем Тиму. А кадр уходит из камеры, из кадра. А, точно. Тим нас покидает, и он англичанин, и он должен покинуть нас по-английски, не попрощавшись. Давай просто говорить о чем-нибудь. Я поворачиваюсь, говорю, смотри, ушел. Вот. А, ну да, давай сейчас как раз скажу, что а теперь давайте перейдем к обзору, давайте к вождению перейдем. И тут Тим как раз уходит, вот. Да, давайте здесь стану, а Тим уже здесь тогда. Давай, давай. Пойдет в ту сторону просто. Ну да. И не, на самом деле будет идеально, если Тимур... Сань, если он пройдет вот здесь вот. Ну что, друзья, по-моему, достаточно мы обозрели экстерьер-интерьер. Давайте теперь переходить к вождению. Пора уже проверить, на что способна эта СЛР-очка в действии. Заводи мотор! Все, мы приступаем к вождению. Поехали. Оп. Так, садимся. Ой. Паш, подержи, пожалуйста. Давай. Ох, как приятно закрывать такую крутую дверь, а. Друзья, вот мы о чем говорили. Вот здесь вот, давай эту самую музыку выключим. Где здесь потише сделать? Давай его вообще уберем. Да. Вот здесь, смотрите, Паш, помоги вот сюда вот показать. Вот здесь у нас открывается дверь, смотрите. Мне очень нравится вот эта винтажная такая ручка кожаная. Знаешь, это автоспортивный стиль. В автоспортивных тачках раньше были такие кожаные ручки. Это очень круто. То есть у нас здесь две ручки, чтобы держаться и чтобы дверь закрывать. Идеально вообще. Базе. И мне еще нравится дизайн колонки. Такой ступенчатый дизайн. Очень красиво. Я думаю, нужно уже отстать от этой двери, но я не могу. Все пошито кожей. Кожа гладкая, хорошая, качественная.
Паш, согласись, что вот здесь, смотри, вот эти вот три зубчика, это у нас опять-таки тематика авиационная, которая снаружи, да, вот эти вот зубья есть. И здесь еще два, кстати. Вот, раз, и здесь два. Два. Очень круто. Слушай, ну здорово, посадка мне очень нравится. Сидим мы буквально-таки на земле. Вот до земли у нас прям всего ничего. Это здорово. Угу. Так, позволь я покажу, что у нас здесь сзади. А сзади у нас такая вот полочка. Опять вот эти вот зубья стилистические. А вот это вот, что здесь за кнопка? Что здесь вот открывается? Смотри, верхняя кнопка открытия вот такого вот бардачка. Ух ты, ничего себе, круто. Вот средняя кнопка открытия центрального бардачка. О, а здесь у нас light water. Идеально, как раз расстроился, что с собой не взял. Правильно, попьем. И вот такой бардачок. Слушай, ну здорово, что здесь немало бардачков. Самое главное, с пепельницей. О, пепельница вообще очень стильная. Круто. Так, здесь у нас, смотри, управление режимами автомобиля. Управление зеркалами. Очень, прям, знаешь, прям будто игрушечная, да, вот выглядят зеркальные вот эти вот штуки, кнопки. Зеркала, отключение ESP, режим поднятия эвакуатором и открытие багажника. Вот это что-то новенькое, специальный режим поднятия эвакуатором. Ну, это старое, чтобы этот, она нормально... Паша, а можешь, пожалуйста, заглушить машину и показать, как вот она заводится с помощью вот этой мега-кнопки, про которую мы говорили? Так, отщелкивается. Оп! Ракета. Вау! Ну что, поехали? Да, давай. Ничего себе, она сейчас зацеп когда поймала, я прям аж ахнул. Ребят, динамика ощущается, конечно, очень прилично. Ну, сейчас, да. Это адреналин сходу был сейчас. Очень круто. Паша, смотри, красавчик, как здорово выглядит, да, в СЛР-очке? Мне, слушай, вот внутри сиденья эти как выглядят, вот эти вот пимпочки, подушечки, смотри, они и выглядят классно, они функциональны. И, кстати, достаточно мягко переезжаем лежачих полицейских. Да, подвесочка адекватная. То есть не зубодробительно все. Да, да, да. Ого, ничего себе. Слушай, ну дух прям захватывает, правда. Но постоянно все-таки борьба идет с погодными условиями и с резиной. Ну то есть на этой машине реально зацеп будет только когда будет вот 25-30 градусов, да, на улице? Я думаю, да, 15-20 вот минимум. Даже 15, наверное, маловато. Да, лужи, я вижу, ты сразу объезжаешь стороной, да, от лужи, греха подальше. Лужи, да. Слушай, ну это, конечно, кайф. Как открыть здесь аудиосистему? Посильнее открыть нужно нажать, ага. Ну вот аудиосистема только выдает сразу возраст, да, такая магнитовочка прям. Вылез нам, да, у нас, уважаемый спойлер. Я не чувствую в этой машине 12 лет, она по ощущениям, странное ощущение, то есть она и современная, и в то же время винтажная, то есть ее выдают интерьерные моменты, но по ощущениям, да, и по общему дизайну она очень современная. И вот согласись, но вот сама архитектура интерьера, она современна, то есть вот, да, в целом именно вот сами вот эти вот формы, все очень, да, современное. Как они вот так вот смогли наперед сыграть, это, конечно, это достойно уважения. Так, садимся. Оп! Много показываем. Так, переключаем в драйв. Руль такой массивный здесь, конечно. Да. Что есть, то есть. Не, ощущение суперкара сразу есть, это факт. Слушай, здесь очень мягкая педаль газа, да? Да. Я прям нажимаю, даже не чувствую, что я ее нажимаю. Прочувствую сейчас. Сейчас все прочувствуешь. Слушай, она очень быстрая. Первая передача здесь, по-моему, до сотни идет, не меньше. А мы со второй трогали сейчас. А, я понял.
очень мощный автомобиль во всех смыслах этого слова. Конечно, впечатляет. Слушай, ну еще немножко впечатляет тот факт, что ты едешь, по сути дела, на 20 миллионах рублей. Я посмотрел сейчас прайсы, там самый доступный СЛР стоит 18 и все, дальше. То есть машина 2003 года выпуска, с 2003 года они да, начали выпускаться. И такая стоимость, которая, конечно, говорит о том, что новый он стоил, наверное, все 40, да? Ну нет, ну по тем временам новые, они, по-моему, стоили порядка там что-то 700-600 тысяч долларов. Но, конечно, на те времена, по тому курсу, по тем долларам, это было что-то нереальное. Так, ну, я насколько помню, что можно было купить далеко не одну квартиру на эти деньги. Далеко не одну. Слушай, ну, конечно, это автомобиль эмоций. Это просто что-то. Он очень крутой. Когда начинается разгон, просто тут же умолкаешь. Закидываю в поворот, закидываю. Было очень хорошо. Багажное отделение здесь, посмотрите, приличного размера, в принципе. И, кстати, и... все тоже в карбоне. Вот да. Это все карбон. Везде у нас карбонизация максимальная. Prestige Land Cars, представителями которого мы здесь являемся, это компания по подбору элитных автомобилей за рубеж именно. Вот. И специально для определенного, достаточно известного клиента, имя которого я не могу по тактическим соображениям называть, был приобретен этот автомобиль, и я действительно горд, что я являлся владельцем и собственником Макларена на протяжении недели. Я думаю, что именно это не стыдно будет рассказать и детям, и внукам, что их отец и дед владел Макларен. Такой переход с щеки на тебя. Я хотел показать реакцию людей, но нас никто не смотрит. Давай заставим их на нас смотреть. Ой, вот это мы вырежем. Сейчас просто у меня деньги в глазах. Все сузилось.